Йо-йо, с вами Стафи, и сегодня я буду играть на Вайм Ворлде. И также сегодня будут комментарии, и сейчас вы их увидите. Вот будет вот тут вот, слева и справа. И сверху. Сверху будет комментарий, который мне понравился очень. Все, вы, наверное, все посмотрели, где чье. А сейчас я буду играть. И, короче, сегодня я буду играть в Skywars и в дуэли. Сначала в дуэли разомнусь немножечко. Ну, а мы с вами погнали! Итак, ребята, вот я уже зашел в дуэли на классик. И сейчас мы вот этого вот пацана попробуем раскатать. Но я не размялся, поэтому он меня сейчас сольет. Ну, было тоже рядом. Следующее видео у меня будет с Freedom. Надеюсь. Кстати, мне может позвонить телефон в любую минуту. По делам. Ну да, слил. Не размялся я что-то. Вообще плохо. Ну ничего, сейчас все будет. Да, и... Хорошо вы меня там... Я, конечно, все понимаю там про Моргенштерна. Извините, что там что-то недопонял. Ну, понимаете, вы мне некоторые пишете, что типа у него два видео уже на канале. Ну, вы посмотрите сначала, когда у меня было выложено видео. И потом, когда он выложил. Это понятно. Также я не понимаю некоторых людей, которые просто пишут даун. Не понимаю, типа... Понятно? Я не понимаю, типа, даун написал бы, из-за чего я даун, тогда бы я еще понял. Ненавижу вот... Ты заколебал! С удочкой своей тупой. Эл. Заколебал. Со своей удочкой. ПВП вообще ноль. У Стафи бомбануло, так сказать. Нет, не сольешь меня. Эх, помню те времена, когда меня читером называли? Это из-за того, что я очень много играл на Вайм Ворлд, а сейчас я очень редко играю на Вайме. Я сейчас больше играю, начал играть почему-то в Гаррис Мод. CSGO играю. Кстати, да, у меня есть группа в Дискорде, ссылка будет в описании, захотите в нее, общайтесь. Еще у меня ВК включен. Это сейчас будет последняя, и я пойду в Skywars. Вы, наверное, очень громко слышите. Чё, я его так слил? Ну, вы, наверное, очень громко слышали, как я кликаю мышкой. Ну, с вами был... Ну, не прощение. Сейчас у нас будет Skywars. Ну, а мы погнали! Итак, ребята, вот у нас уже началась каточка. И я сейчас буду пытаться подтащить, понубить. Тупой ВК. Помните это? Потащить, понубить, если кто на моем канале недавно, то они не поймут, а которые уже давно на моем канале, они поймут, потому что раньше в моем видео одном я сказал, ну, мы попробуем потащить, понубить. Привет, пацан. Давай, стройся. Ясно, куда-то начал строиться. Сразу ему поможем. Спасибо. Давай, ты кто такой? Чё? Антикнокбэк, что ли, у него? Вы видели, он не отталкивался? Я его... Сначала он когда отталкивался? Нет, отталкивался? Нет, отталкивался? Нет. Ну окей.
Сейчас попробуем еще одну каточку, и я думаю, что на этом можно и закончить. Ну, каточку Скайвакса. Ну, а мы погнали. Итак, ребята, вот у нас уже началась каточка. Что-то я не видел такую карту. Но, опять повторяюсь, я давно не играл на вами. Не, ну не то, что давно, я уже, типа, не топ-игрок. Плохо играю. Вы видите мое количество коинов, из-за чего у меня так мало коинов. Я кидаю в гильдию, потому что я создаю в гильдию друзей. Давай, давай. Чё? Нормально я просрал! Вот даже пацан в чате написал L. Ну, тупая. С удочкой тупой. Ну, окей, короче, так. Окей, короче, плохо потащили только в дуэльках. Ну, окей, типа, надеюсь, что в следующий раз нам повезет. Ну, а с вами был Стаффи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы не поставите лайк, то... Один котик в мире пострадает. Так уж обязательно ставьте лайки, чтобы котики не страдали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Стаффи. До новых встреч!